Я у себя в комнате. Обычное, ничем не примечательное утро. Но моя жизнь висит на волоске. Смотрите, вот эта розетка давно уже разболталась. И когда я включаю вилку, иногда пропадает контакт. Естественно, что это дело нужно починить, но у меня никак не доходят руки. И я продолжаю пользоваться розеткой как есть. Вот он, тот самый миг, который вскоре расколет мою жизнь на до и после. Примерно так случилось в Киеве на улице Голосеевской. На часах 9 утра внимание людей привлекает густой дым, который охватил сотни метров улицы. В эпицентре находится многоэтажка. В ней горит квартира на первом этаже. Спасатели уже на месте и как раз пытаются пробраться в пылающую квартиру с улицы, но мешают решетки на окнах. Пока их ломают, остальные бросаются вовнутрь через подъезд и буквально через секунду выводят на улицу троих погорельцев. Хозяйку, ее племянника и мужа-инвалида. Я бачу, что я ничего не сделаю. Так я бегом инвалида вытянула на улицу. А он не ходит сам, да? Я от первой группы. Густой едкий дым охватывает практически весь дом. Пожарные надевают дымозащитные маски и начинают обход по квартирам. Жильцов просят закрыть окна и немедленно покинуть помещение. Ну, я пока спустился по этажам, я чуть не задохнулся. Мне сосед позвонил, сосед дома, сказал, что это, горите, там пожар у вас. Я вышел, в коридоре дым у меня, а в комнате не было. Тем временем, открытый огонь уже почти погасили. Пламя не оставило в квартире живого места. Остатки тлеющей мебели выбрасывают на улицу. К этому времени на место пожара приезжает следственная комиссия. Эксперты начинают проводить расследование. Первым же делом общаются с погорельцами и вскоре устанавливают причину пожара. Загорелась розетка, наверное. Я на кухне готовила есть. Чую, что звоняет пластмасса. Скрізь передивилась, ничего, все нормально. Видно розетку. Но оно начало гореть біля треса. Розетка. По-видимому, был неплотный контакт в розетке. Вставленная в нее вилка болталась, и вскоре случилась беда. Болтающаяся вилка в розетке. Из-за такой ерунды пострадали десятки жильцов. Едва уцелели и сами хозяева обгоревшей квартиры. В один миг они потеряли все, что наживали годами, и остались без крыши над головой. Всего лишь один миг, и их жизнь изменилась навсегда.